прошлый раз нашли место в подвале. Хотим его наведать. Это будет вот это место. В подвале. А вот в это большое мы хотим залезть тоже. Здание является старой фабрикой, существующей с 900-го года. Существует в наше время до сих пор, но, к сожалению, уже не работает. А может даже не к сожалению, а наоборот. Вот вся территория, куда нам надо будет идти. С того угла мы будем проходить через трехметровый забор. Всю эту территорию мы должны будем пройти вокруг воды, прятаться в кустах малины, прятаться от той машинки маленькой, пройти через все здание, залезть через забор и попасть внутрь. А там подвал. Готов? Готов. Говори интервью. На полпути Millenium мы сейчас преодолели забор и еще мы пришли преодолеть дверь, через которую мы сможем попасть в Millenium. Мы ждали, когда security уедет, и бежали через поле около 400 метров. Засекли один час, уже через час ровно должен security появиться, проверить все. Идем дальше. Вот мы уже внутри. Только здесь, как видим, туннеля мало. Темнота полная. Не зря взяли фонарики. Так. Покажем комнаты все. Здесь, короче, замурованный вход. Упс. Так нельзя делать. Здесь окно. Да, и везде паучье царство. Вот можем взглянуть. Все брошено полностью. Как в фильме репортаж. Никакого страха. Из эту штуку мы перелезем. Тут какие-то железные штуки. Ничего, пойдем дальше. Где? Если там пойти. А, да? Антон ушел еще на комнату. Все надеялся здесь найти туннель. Но туннеля не нашли. А, это еще один? Я думал, это с другой. Вот, покажем вход, откуда мы пришли. С самого начала. Вот, оттуда мы пришли, прям с той дырки. И сейчас мы пойдем сюда наверх. Вот прям сюда. Так, это первый этаж после подвала. Что мы здесь видим? Здесь слышу гораздо потише. Кстати, security скоро должен приехать. Здесь вот такие вентиля. Идем сейчас на второй этаж. Отсюда
Отсюда мы пришли в прошлый раз. Еще пойдем в подвал. Вот сейчас идем вот туда, прям на самый верх. Здесь все разбито. Это второй этаж или третий уже, я даже не знаю.
решаем, или идти наверх, продолжить миссию, или спускаться, потому что страшно. Это круто. Чем выше, тем страшнее. Тут все же вялится от ветра. На самую вершину. Можно осмотреться. Так, значит, ставим самолеты. Так, пойдем в подвал.
Так, в этой комнате мы были. Thank you.
окном посмотрим. Так. Включаем фонарик. Подожди, мы не через эту комнату выходили. Перепрыгнуть через забор. Сижу за решеткой в темнице сырой, скормленный в неволе орел молодой. Так, оттуда секьюрити выезжает. Так, можно заснять еще здание. Привет. Сделали привал. О, посмотрим, что над нами. Над нами пиздец. Правую карточку высовывать. Так я поменял специально, если вспоминают, что я типа сестер. Ну что, ждали целый час? Ждали целый час, пока security убежит. Нас чуть не запалили. Это было что-то. И вот сейчас выходим от Millenium. По идее, нас уже не должны просечь. Сидели, разговаривали. Вдруг машина подъезжает, и он нас не видит. Хорошо, что мы не дергались. Осталось нам всего до не сего. Просить всего лишь 200 метров.